September the 8th, 1941 marked the start of the Siege of Leningrad. German troops surrounded the city and subjected it and its people to an incessant barrage of shelling and bombing. There was soon a severe shortage of food and medicines. Before long, death by starvation had become a regular event. Я Корсакова Татьяна. Мне 78 лет. И 2 года из этих лет я прожила в блокадном Ленинграде. Если я закрою глаза, то я сразу вспомню эту затененную комнату. На столе коптилка, в середине комнаты печурка-буржуйка, на ней что-то варится. Но пахнет невкусно. Я знаю, что это столярный клей. Но очень хочется кушать. 125 грамм хлеба в день. И все. И больше ничего не было. Мама для того, чтобы как бы чуть-чуть подкормить семью, ходила к линии фронта. И там под пулями с двух сторон она собирала несжатый овес. Приносила домой, а мне говорили: «Таточка, очищай». И я своими маленькими пальчиками чистила этот овес. Когда наступила весна, то мы ходили смотреть на мостик Фонтанки. И с моста мы видели, как плывут трупы. И почему-то дети, вот и я в том числе, не пугались ни этих трупов, не вызывали они у нас отвращения. Вот как некая данность, вот, в которой мы присутствуем. Но моя сестренка, которая родилась в августе 41 года, она умирала. Я видела, как подергивались ее ручки, как закатывались глазки. Но бабушка, она где-то в каких-то уголках, в чайных коробках нашла несколько чаинок, заварила чай, несколько крупиц песка, и вот этим заваренным чайком отпоила мою сестренку, отогрела ее, растирая варежкой. Сестренка выжила. Не могу себе целиком представить, насколько тяжело ей было. Я знаю, что это было очень трудно. Я очень его уважаю, тем более за то, что после всего пройденного она была очень спортивной, у нее огромное количество жизненных достижений. Она вырастила 3 детей еще и потом меня воспитала, за что я очень благодарен. Я думаю, чаще всего мне бабушка говорила про то, как голодно ей было в те годы. Особенно, когда я ребенок, сижу за столом, не хочу что-то есть, потому что невкусно или еще что-нибудь в этом роде. Бабушка также рассказывала про директиву Гитлера, которая была им подписана уже, по-моему, после установления блокады, о том, что город должен быть стерт с лица земли и при любых условиях не должно остаться никого из населения.